После официального вступления в должность глава округа Муром вместе с гостями отправился в парк 50-летия советской власти, который готовит к официальному открытию. Сегодня там высадили сотни кустарников и деревьев. Ели и сосны в лесном массиве посадил и глава округа Муром. Липы, сосны, ели, туи, кизил – лишь часть деревьев и кустарников, которые сегодня массово высаживают в парке 50-летия. Сегодня ели и сосны взамен утраченных, переросших деревьев посадил и глава округа Муром Евгений Рычков. В парк вместе с коллегами из области он приехал прямо после церемонии инаугурации. Своими руками всегда приятно дерево посадить. Тем более, что всего в парке уже высажено более 1000 кустарников, множество цветов. Деревья, мы ищем места, где можно их досадить, или взамен старых и больных, которые были удалены, либо просто можно имеющиеся места высадить. Вот сейчас уже более 200 деревьев высажено. Это такая точечная высадка деревьев. Ну а что касается массовой, такой-то аллеями, она будет производиться уже на новой части парка, и там тоже предстоит посадить порядка нескольких тысяч деревьев. Поэтому парк будет зеленый, деревья очень качественные, надеюсь, что они приживутся и будут украшать парк и радовать жителей. Гости оценили масштаб будущего парка. Заместитель председателя ЗАГС Собрания области Вячеслав Картухин поставил высокую оценку проекту по реконструкции парка. Впервые такой объект появится в Владимирской области, таких масштабов, таких перспектив. Очень много пожилых людей, детей уже сейчас отдыхает в этом парке. Но вот поэтому, конечно, здесь надо отметить вообще подход руководства округа Муром, главы к таким вопросам, потому что нет мелочей, на все обращается внимание. Я думаю, что здесь будут отдыхать не только муромляне, но и я планирую, например, со своей семьей сюда приезжать на выходные и тоже проводить свой отдых, потому что появятся спортивные площадки, великолепный детский городок, великолепные фонтаны. Ну, вот поэтому, можно сказать, на любой вкус, на любой возраст вот организована такая зона отдыха. Это потрясающе, я считаю. Глава округа еще раз пригласил всех жителей и гостей города на открытие старой части парка 50-летия советской власти, которое состоится 22 сентября в воскресенье, начало в 12:00. Ольга Килешна, Александр Симонов, Новости Муром.